плюс, минус, умножить, разделить. Все, я освоил математику экспресс-тест. Просто прыгаем, просто прыгаем, просто прыгаем, просто прыгаем, и все. Боулинг! Ха! Я умею играть в боулинг, но не очень хорошо. Давай. Бабах! Привет, дружище, меня зовут Дмитрий, ты на канале Дубровский Плей. Мы играем в Roblox, и это вторая часть прохождения очень интересного обби, где столько всего, самые разные штучки-дрючки. Мне очень понравилось в прошлый раз. Если тебе понравилось, то напиши об этом в комментариях, пожалуйста, потому что было прикольно. Сейчас мы продолжим. В прошлый раз мы прошли 100 этапов из 200. Вот тут внизу, видишь, написано 100 этапов из 200. И сейчас, я уверен, мы пройдем оставшиеся 100. Ну что, ты готов? Тогда пристегивайся и поехали. Так, у нас цветочки, смотри. Раз, это розовый цветочек. Так, любит, не любит, любит, не любит. Ага, ромашка, ромашка. Так, опа, нет, подожди, а вон ромашка. Стоять, давай. Голубой, голубой. Вот ромашка, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Любит! Отличная победа. Раз, два, три, ага. Раз, два, три, ага. Раз, два, три, ага, ага, ага. I like it, ага, 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 get it now. Вау, полосатые кубики. Это похоже на какое-то странное слоеное пирожное. Так, вот какие-то цилиндрики, вот какие-то цилиндрики. И вот, отпечатки ладони, знаешь, это так вот руку когда обводят карандашом или ручкой, получается что-то такое. Только это еще и объемное. Осторожно. Осторожно, пальчики, 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 пальчики! Динь-динь-динь-динь, мизинчик, опа, есть! Так, мне кажется, уровни стали сложнее, чем были в прошлой серии, потому что здесь прям вот, ну прям вот на тоненького все, на тоненького оно все. Формочки для выпекания, кстати, это формочки для выпекания, для выпекания. Звездочки! Плюсик, плюс, минус, умножить, разделить! Все, я освоил математику экспресс-тест. Раковина! Что? Огромная раковина! Поехали! Поехали! А что мы не едем? Просто раковина. Это просто... То есть просто раковина и все, да? Слив! Да что ж такое-то? Почему меня не сливает? Давай сливай меня, пожалуйста, нормально. Я хотел прокатиться. Не получилось. Так, колечко, колечко, колечко. Выйди на крылечко. Чка, 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 чка. Цветная цепочечка. Так, сюда, 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 сюда. Сюда. Так, 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 так. Замечательно. Опа. Это что такое? Какие-то скобы. Дверные ручки, точно. Это цветные дверные ручки из детского сада. Да. Именно такие там они и... Нахо? Это... Фу, получилось. Так, мне сюда. Поехали. Вот сюда. Да, получилось. Я думал, не получится, честно говоря. Я, честно говоря, думал, мы сейчас как упадем туда вниз в облака. Но ничего. Тихо, не тряси. Не тряси, пожалуйста. Не тряси. Си. Да прыгай ты. Да зависло что-то. Вау, смотри, как переливается. Пум. Это же не пропадет, правильно? Да, просто красиво. Просто красиво. Просто красота. Якорь! 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 Якори! Сюху! Прикольно, прикольно. Тихо, ты тут! Ну, в принципе, ладно, пойдет. Так, сюда. Теперь в эту дырочку, пожалуйста. Сюда. Так, там есть куда падать-то? А, это статично. Все, прям, опа, пирамидки. Пирамидки. Опасные маленькие египетские пирамидки. Опа, оп, видишь, это пирамидки, это не квадратики. Оп. Оп, все, замечательно, Египет пройден. Так, это... Она не крутится, подожди, а как проходить? А, вот так, стой, ну, застрял. Да что ж ты не прыгаешь-то, пожалуйста, давай. И раз, молодец, раз, молодец, раз, давай, опа. Ага, ага, все. Так, кристаллы силы. Это явно кристаллы силы, которые можно вставить в посох, и ты будешь великим магом. Или волшебницей. Так. Так, надо сюда, 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 сюда. Вот сюда. Давай, успею, этот вагон успел. Так, динь-динь-динь-динь-динь, тише. Тихо, не придави меня, не придави меня. Так, и этот вагон я тоже успеваю. Так, сюда. Опа, да, пройдено. Треугольнички, шоколадочки. Шоколад, темный шоколад, молочный шоколад. Темный, молочный. О, самолетики. У-ху-ху. Красный самолетик, все, полетели. Вау, летим на красном самолетике. Ну ладно, прилетели. Так, дальше на синий самолетик, белый самолетик, бордовый самолетик, еще синий самолетик, еще белый самолетик. Вау, здорово! Так, подожди, а это уже начинает выглядеть как что-то сложное. В принципе, пойдет. В принципе, пойдет, это просто такой, многоэтажная коммуналка. Опа, поехали. Так,
Тише, тише, тише. Прыжочки стали работать несколько хуже. О, сма... Сма, сма, сма! Так, я получил 120 этапов. Это хорошо, но сма меня подвела. Смайлики, в смысле. Так, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, сюда. И сюда, кнопочка, замечательно. Это что такое? Это какое-то рулевое колесо. Маленькие такие цветные рулевые колесики. Можно добавлять в кашу. Так, это что такое? Опа, поехали. А где кнопка-то? Да далеко, то есть здесь можно очень много раз упасть. Но мы не будем падать! Нет, мы будем падать! У меня иногда западает пробел. Все. Так, пробел не западает. Да куда? Проверил пробел. Тихо, стоим, ждем. Проверил пробел называется. Опа, давай. Потому что это физика прям. Я прыгаю, и он уезжает. Он потому что прыгает на месте, а эта штука от него уезжает. Так, тихо. О, все, хорошо. Следующую, ждем следующую. Спокойненько, так не торопясь. Катимся, крутимся. Фух. Фух, просто. Просто крутимся. Фух, нормально. Идем. У нас еще, ой, у нас впереди еще столько раундов. Это не крутится. А показалось, что эта шестереночка крутится, но нет. Опа. Ать, тише. Ать, хорошо. Теперь дужечки такие, дужечки. Вау, лента Мёбиуса. Тише. Замечательно. Так, ать, не наступать на желе. О, ой, как сложно. Еще желе. Я очень люблю, кстати, сочетание салатового и желтого цветов. Оно такое летнее, такое солнечное, такое... Поднимает настроение. Если тебе поднимает настроение, напиши об этом, пожалуйста, в комментариях. Поделись со мной. Мне интересно, какие у тебя любимые цвета. Напиши свой любимый цвет или сочетание цветов. Ну, это же интересно. Узнаем, у кого какие. Так, раз и раз. Отлично. Опа, молоток! Подожди, и гвозди. Ай, забил гвоздь. Ай, я могу работать молотком, кстати. Опа, ты... Яишенка! Она даже шкварчит. Она не просто шкварчит, она еще и горячая. Она еще... Подожди, а как тогда? В смысле? Подожди. Не понял. А куда? Чего? Секундочку, а куда мне? Ладненько. То есть, если сковородка горячая, то яйца в ней холодные. Ну, понимаешь, да? Как это работает? A, B, C. Yeah. A, V, S. Так, 1, 2. Давай, 2, 3. Все, замечательно. О, это что, бомба? Это мина? Подожди, это просто огромные ядра, камни. Не знаю, что это такое. Ладно, идем по ядрам. Тик-тик-тик, цепляйся, пожалуйста, за текстуры. За текстуры цепляйся. Смотри, какое небо внизу опасное. Ой, это прыгнул. Я думал, это невозможно на самом деле. Ну ладно. Опа, поехали. Тамплиерские кресты. У рыцарей-тамплиеров были кресты такой формы, но, конечно, не такого цвета явно. Определенно не розовые. Так, опа, хорошо. Давай на ленту. Успел. Так, подожди. Давай, тин-тин-тин-тин-тин, все, бежим по ленте, так, тин-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 тин, ать, тихо, не надо, сильно не прыгай, ага, I like it, ага, ать, тише, красная лесенка в небо, так, это что такое, стеклянные желоба, почему-то дырявые, по ним можно было бы спускать воду, если бы они не были такими дырявыми, дирижабль, прикольно, слушай, мне все больше и больше нравится этот обе. Так, но. А, ну и все, без но. Просто нужно доехать до следующей кнопки. Вон сколько там внизу яиц протухшие из прошлой серии. Да. Так, и раз, все. Так, а теперь просто прыгаем. И все, и не надо мудрить. Иногда надо просто прыгать в жизни. Ой! Ну ладно, иногда надо мудрить немножко. Оп! Так, тин-тин-тин-тин-тин. Отсюда. Подожди, отсюда. Подожди, отсюда. Ой, какая. Ну, какая замороченная и сложная фигурка была. Так, подожди, здравый смысл мне говорит, иди внутрь, а не здравый смысл говорит, иди снаружи.
Ну, пойдем внутрь, ладно. Попробуем послушать здравый смысл пока для начала. Если не получится, тогда уже будем слушать нездравый смысл. Оп, оп, да, получилось. А будет ли здесь... А, и сразу на кнопочку. И ба-бам, получилось. Магниты. Магниты, 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 магниты. Они, кстати, неправильно расположены, потому что магниты должны притягиваться разными полюсами друг к другу. Они не притягиваются, они вообще не притягиваются, они просто висят. Я вот оскорбил магниты, и они меня скинули. Надо вежливее, с магнитами надо вежливее. Потому что примагнитит неизвестно куда. Так, тинь-тинь-тинь-тинь. Так, ай, ты ж пыш-мышь. Ты ж пыш-мышь, стой, стой, мышь, стой. Тише, тише, вот этот лучик, ать. Лучик солнца, лучик звездочки моей. Опа, хорошо, 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 хорошо. Сюда, 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 на краешек, ать. Кнопочка нажата, значит, все будет как надо. Так, и... Ну, что такое? Давай, оп, оп, ага, оп, оп. Так, сюда доходим, тихо, оп. Так, бочком, давай, давай, бочком, бочком, бочком. Блин, а, вспомнил, он у меня бочком почему-то плохо прыгает. Ать, придется прыгать не бочком, ну ладно. Ладно, 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 ладно. Так, замечательно, опа. Так, веретено, веретено, веретено. Но, но. Веретено, одно, одно, но. Красный, синий, красный, синий. Кубики, кубики. Боулинг! Ха! Я умею играть боулинг, но не очень хорошо. Давай, 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 давай. Бабах! Блин! А можно переиграть? Я не выбил страйк. Ой, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так тоже пойдет. А и можно, интересно, вообще здесь выбить страйк? Это должна быть хорошая физика у игры, чтобы выбить страйк. Опа, опа. Опа! Отлично! Так, стой, 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 стой! Подожди, я здесь вообще допрыгиваю, в принципе? А, наверное, вот сюда надо. Оп! Да! Тихо, тихо, тихо. Тинь. Оп! Замечательно. Так, внутрь или наружу? Внутрь или наружу? Пойдем наружу. Тинь, 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 тинь. Это вороночки такие, да? Которые нужно вставлять в бутылки. И наливать что-нибудь в бутылочку с собой. Там чаечек, водичку. Дорогу. Вот. Так. Галочки, волны. Ну, в общем, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ломается мозг, ломается мозг. А что ломаться, просто идем по одной прямой и все. Ха, как неудобно устроено. А, мороженое! Блин, а если я прилипну? А если я муха? Все, завис. Отпустите, отпустите. Ладно, шучу. Ладно, шучу, на самом деле все хорошо. Это же сладкий лед. Или как там? Забыл, как называется. Блин, напомни, пожалуйста, как это называется. Фруктовый лед или типа того, не помню. Так, это что? Это инопланетянные летающие тарелки? Вау, прикольно. Прикольно, прикольно. Ать, стоять, 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 стоять. Вау, вау, как меня колбасит от этого уровня. Ну, в смысле, от этой вообще игры, потому что она такая разнообразная, такая интересная, такая насыщенная и яркая. А, я прикольная. Все, шестереночки преодолели. Корыто! Я не должен остаться у разбитого корыта. Не должен. Тише, тише, тише. Ать, хорошо, хорошо. Давай, давай, спокойно. Так, тих. Так, красное корыто, желтое корыто, зеленое корыто. Все. Ой, повезло. Так, рога изобилия. Рога изобилия. Так, давай, давай. Может быть, просто вот здесь? А... Давай, 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 давай. Вот так. Да, аккуратненько пройдем. И все, не надо прыгать по вот этим тонким оконечностям рогов. Изобилие, изобилие. Ой, ой, ой. Иногда уровни, ну, вот эти вот... От кнопки до кнопки, назовем это так. Не знаю, дистанция от кнопки до кнопки. Она, ну, более-менее банальная. Да, например, вот, вот сейчас. Это разные цветные таблеточки. Просто пинь, пинь. Витаминки. Это витаминки, которые выстроены в спиральку и поднимаются наверх. Вот, а иногда это что-то вот, вот такое, где нужно прям вот примериться и оп, аккуратно пройти, потому что оно, о, оно уносит, оно заносит и, ать, нет, подождем, подождем, вот сюда, вот, да. То есть, видишь, иногда весело, иногда прям что-то необычное, механики, разные интересные игровые механики познаем с тобой. Развиваемся, ну просто развиваемся, потому что, а что деградировать постоянно, прыгать по ступенькам, да? Нет, мы будем придумывать всякое разное и проходить всякое разное, оп. Оп, вот кубики. Ай, как их сплющило. Ай, как они скрестились друг с другом. Отслились в одно единое целое. Так, стой, куда ж ты, ты полетел, ты мой хороший. Отстоять. Давай, 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 давай. Подожди. О, а, я запрыгнул. Так, ага. Вроде, казалось бы, простой
Тихо-тихо-тихо, отсек. Но тем не менее, тоже надо потом... Ладно, побежали. И успеваю. Не успел! Точнее, даже просто не долетел. Так, давай еще разочек. Раз, хорошо. И раз, замечательно. Ой, как это? Как это работает? Подожди. А, нет, стой, давай. Да куда ж ты? Как, за что он держится, не понимаю. Так, давай еще раз. Раз, хорошо, раз, замечательно. Вот так. Давай, успеваем, пока она не перевернулась. Да, успели. Кирпичная лента невозможности. Давай-ка побежим, посмотрим. Лента невозможности. Нет, вполне себе возможная лента. Есть такие картинки, которые нарисованы в 3D, так что, ну, представить их в реальной жизни невозможно. Это как раз ленты Мёбиуса. Ну, может быть, если видел, то видел, вот, напиши об этом. Они интересны, они прикольные, но в реальной жизни их невозможно изобразить в 3D. Но на бумаге они выглядят как будто бы настоящие. Фу ты, боже мой. Очень странные геометрические фигурки. Так, опа, пляж. О, пляж. Ну-ка, дайте мне шезлонг. Сейчас я тут позависаю. 170 этапов. Нам осталось всего 30, кстати. Мы практически на финишной прямой с тобой. И раз. Вау. Так, это доска, по которой пираты сбрасывают своих невинных жертв в море. Там ждут акулы, голодные, игривые акулы. Так, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Опа. Оп, мячики, красный, ну, конечно, красный, какой еще мячик, так, стой, не получилось, он раковина там далеко, так, так, ты ж, куда, ладно, я надеюсь, никто не считает, сколько раз я умер, потому что это, конечно, зачем это считать вообще, опа, секундочку, подожди, так, так, ладно, давай обратно, опа, так, хорошо. Стоп, сюда, и стоп, и сюда, и давай, и оп, тыш. Так, стоп, это какой-то сложный уровень, подожди, я сейчас запутался немножко, у меня аж ладошки вспотели. Тише, так, давай, соберемся. Выдохнули. Побежали, да, вот и все, надо было просто выдохнуть. Да что ж ты? Ладно, я понял, как это проходить, все, я разобрался. Раз, да, все, это уже легко, и теперь просто ждем, вот так. Слушай, ну доставило прям подумать, попотеть, попереживать. Опа, ай! Так, мне кажется, я после прошлого уровня немножко потерял баланс, потерял разбалансировку, настрой потерял. В любом деле важен настрой. Вот если ты не уверен, что у тебя что-то получится, волнуешься, ручки трясутся. Все идет наперекосяк, просто сядь, успокойся немножечко. Закрой глазки и настройся. Скажи себе, у меня все получится, у меня все вообще получается. Давай, пожалуйста, получается у меня все. Вот, и тогда у тебя все обязательно получится, потому что, ну, так оно работает. Ты как бы себя программируешь, как будто ты программа компьютерная, и все получается отлично. Вот, проверено. Ты, ваш май. Еще бы пробел можно было запрограммировать, чтобы он нормально нажимался. Вообще бы цены бы не было. Цены бы не было этой системе. Так, ладненько. Подожди. Это сюда? Ой, ё-моё. Какое сюда? Реально? Нет! Слушай, подожди, это что-то, ну, очень-очень замороченное. Ать! Так, тут надо прям очень аккуратно прыгать. Тихо. Опа, давай. И сюда, и... А, мне сюда не надо, блин, нафига я сюда прыгаю тогда. Вот, все, сюда, и оп. О, да, слушай, ну некоторые уровни стали прям заметно сложнее. Прям заметно. Замечательно. Ну ничего, ничего, у нас осталось-то, в принципе, 23 уровня. Да, сегодняшняя серия, конечно, блин, подольше немножко. Ай. Ладненько. Но слушай, я все-таки еще не профессионал паркура. Я, конечно, хорошо чувствую пространство. Я прыгаю пружинистыми ножками. Но еще не идеально. Еще работать. Елочки. Такие елочки вешают в машину, чтобы они вкусно пахли. Чтобы что-нибудь другое не пахло невкусно. Гусеница. Какая-то клоунская. Гусеница, что? Что? Подожди. Нет, гусеница, стой. Ай. Ой-ой-ой!
Тихо. И... Только знал, что мы не допрыгнем. Так, гусеница, давай. Все, я теперь готов. Меня теперь уже не удивишь. Я просто знаю, что от тебя ждать. И... Так, тынь. На краешек. Да, замечательно. Пуговки. Тихо, подожди. Раз пуговка. Два пуговка. Три пуговка. Кнопочка. Так, черная, желтая. Кто-то просто разобрал пчелу на составные части. Понятно. О, день рождения. К сожалению, день рождения. Только раз в игре. Ага, сюда. Так, я понял. Я догадался, я нашел. Я нашел путь. Опа, полезли. Замечательно. Классно. Опа. Тише. Ать, раз, два, раз. Тихо, два. И оп, сюда. Ать. Вот так. Опа. Да. Так, а мне внутрь или наружу, интересно? Наверное, наружу. Тихо. Или внутрь, подожди. А, или вообще сюда. А, они уехали, подожди, они уехали. А, они уезжают. Смотри, как красиво. Давай, пока они не приехали, посмотрим все уровни, которые мы проходили. Все. Красота неописуемая. Подожди. Так, Так, тихо. И давай. Подожди. Стой. Сейчас все будет. Сейчас мы с тобой допрыгнем. Подожди, где кнопка? А, она наверху осталась. Подожди. Я не пойду сначала, потому что я чемпион игры. Зачем мне ходить сначала? Так, вот отсюда. Не достаем. Ай, опять не достали. Да что ж такое-то? Почему такие сложные шестеренки? Так, ладно, с желтой мы не допрыгнем. Где она? Вон она, кнопка. Так, значит, надо бежать с этой. Какой замороченный сложный уровень. Вот она. Готовы? Так, ты готов? Я готов. Побежали! Да! Вот они, чупа-чупсы. Чупики. Чупик. Ой, хорошо, что они липкие. Хорошо, что чупа-чупсы липкие. И по ним не скользишь. Нет, скользишь! Он скользкий! Его кто-то уже облизал. Так. Тихо, бежим по палочке, так, а почему я не допрыгнул? Опа, а, все, допрыгнул. Так, ать, замечательно, о, шарик для гольфа, ать, ой, клюшка, стой, давай. Какая тоненькая клюшка, так это попасть по ней еще надо. Так, ну-ка давай сюда, и раз, вот так, все, поехали. Просто едем спокойно, не торопясь. Просто до шарика, до следующего шарика. И вот он. Ой, я думал, не попал. Хорошо, блин, а еще этот эффект высоты, когда под ногами ничего нет, создает, конечно, дополнительное переживание. Я просто волнуюсь, просто потому, что я вижу под собой пустоту. И мой мозг, он привык, что если под собой ничего нет, то это ужасно страшно. Это то же самое, что попробуй положить. Не попробуй, в смысле, а представь, что у тебя в комнате на полу лежит доска, и ты должен по ней пройти и не свалиться. Без проблем. А если эта же доска положена между двумя высокими зданиями на крышу, над пропастью, то уже вообще не то же самое. Даже если она не качается, даже если там нет ветра. Короче, это вот сейчас вот бежишь, такой раз смотришь. Там жесть, что происходит? А потом так раз, и вроде более нормально. Поэтому говорят, когда идешь по таким вот штукам, не смотри вниз. Хорошо. Так, о, это такие штучки от комаров. Меня комары заруинили. Ладно, а мы, кстати, уже почти пришли. Ох ты ж, ё-моё, где у нас там финал? Да, это очень долгая серия. Ну или не очень долгая серия. Ладно, главное, что нам с тобой весело. Нам с тобой интересно, потому что мы с тобой команда. Мы с тобой банда-команда. Нам не бывает скучно. Во всяком случае, мне с тобой точно не бывает скучно. Не знаю, как тебе. Опа! Так, хорошо. Ой, шоколадки. Ать, конфетки. Ать, мармеладки. Что это такое, не знаю, но выглядит очень-очень аппетитно. Так. И раз, так, тинь, теперь сюда. Ой, блин, ай, сбивает, ать. И это что такое, ать, это, нельзя наступать. Я думал, можно просто пробежать. Да что ж такое-то, я что ж, воздушный шарик, зачем ты меня так лопаешь? Тихо. Да Так.
Это, конечно, было что-то интересное. Не знаю, что это такое, какие-то ядовитые пупырышки. Опа, так. 3 уровня осталось. А! В смысле? В смысле? Нет, стой! А! А! Давай, давай! Я не был к этому готов, подожди. Давай, все, я готов. Давай, я готов, теперь я готов. Теперь я готов, и значит я... Не, подожди, не хватает. С одного прыжка на все не хватает. Опа, опа, опа. Так, опа, давай. Не допрыгивает, он с желтого на синий не допрыгивает. Это надо как-то примериться, подожди. Так, так, так. Давай, 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 ать. Теперь на краешек, и вот сюда. Не, не допрыгивает, а как быть? Эй, подожди. Раз. Так, зеленый. Красный. Давай. Так, желтый. 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 Да, получилось. Отлично, допрыгнули. А теперь по трубе. Аквапарк наоборот. Аквапарк наоборот. Быстрей, быстрей, быстрей. За мной гонится вода. Она катится, она плывет вверх. Она течет вверх. Вода течет вверх, потому что я тоже иду вверх. Вау, какая длинная лестница в небо. Ну, в общем, это последний этап. Я поздравляю тебя, что ты прошел со мной 2 этих видео. Если ты прошел со мной только одно видео, то иди и смотри первое. А если ты смотрел только первое и вдруг каким-то образом слышишь сквозь пространство, что ты не посмотрел второе, смотри второе. А если ты включил второе в самом конце, тоже отматывай его назад и смотри. Потому что это было очень весело. Это было очень... Тихо, подожди. Мышка как начала крутиться. Это было очень интересно. Это было так насыщенно. Так прям... Не знаю, я кайфанул. Серьезно, я просто кайфанул, потому что очень разнообразно. Разные приколюхи. Много всяких штучек из жизни. Много всего интересного. Далеко еще? Нет, все, мы почти пришли в ворота рая. Поднимаемся в рай. Мы заслужили этот билет в рай. Мы с тобой на грани того, чтобы последнее... Так, давай посмотрим, главное не упасть. Смотри, сколько там вот всего. Давай еще вот так вот сделаю. Опа, смотри. И это все мы с тобой прошли. Рука об руку. Как команда, как команда. Я тебе прям благодарен, что ты был со мной. Смотри, нас пустили в рай. Нас пустили в рай. Так, забираем кубок. Забираем кубок. Проблема времени открыта. Вау, 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 ну, в общем, круто, круто, классно, здорово, атасно. Спасибо тебе за внимание, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, заходи в Телеграм, ВКонтакте, везде, где сможешь меня найти. До скорой встречи, дружище, пока.